В минувший четверг в кабинете главы муниципалитета состоялась рабочая встреча. Было подписано соглашение на оказание финансовой поддержки на сумму 12 миллионов рублей от общества с ограниченной ответственностью «Лукойл Коми» в пользу района. А вот и самый торжественный момент встречи. Глава муниципального района Печора Василий Торлопов и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Лукойл Коми» Азат Хабибулин подписали договор. Спасибо. 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 Думаю, что это соглашение – очередной шаг к укреплению нашего сотрудничества. И это сотрудничество, уверен, будет только крепнуть и развиваться в будущем. Мы не сомневаемся. Мы не сомневаемся. Мы вместе, еще раз. Мы вместе. Перед подписанием договора Василий Торлопов и Азат Хабибулин обсудили несколько тем. Во-первых, глава района поблагодарил генерального директора за регулярную помощь, а также еще раз перечислил, куда были вложены денежные средства, выделяемые «Лукойл Коми». Ну и Печорский район, на самом деле, это один из основных районов, в котором мы ведем свою производственную деятельность, то есть более 1,5 миллиона тонн добычи. Здесь у нас и уровень этой добычи мы будем поддерживать достаточно долго. В этой связи мы хотели бы, чтобы видели в нас не временщиков, а тех, кто постоянно с вами рядом, на кого можно положиться. С другой стороны, мы видим в вас надежных партнеров. Во всяком случае, те вопросы и проблемы, которые возникают в процессе нашей деятельности, мы решаем конструктивно, совместно. Поделился Азат Равмирович дальнейшими планами компании. Так, перед «Лукойл Коми» на ближайшие 2 года стоит задача увеличить утилизацию попутного газа до 95%. Ну и, конечно, повысить добычу нефти в нашем районе. В свою очередь Василий Торлопов выступил с просьбой как можно чаще задействовать местные трудовые ресурсы. Эта проблема, она существует во всех регионах нашей деятельности, да, и мы, безусловно, стремимся к тому, чтобы местные кадры больше занимали рабочих мест на этой территории. И просьбу будем стараться выполнить. На мероприятии Василий Торлопов высказал предложение об организации общественного праздника, посвященного «Лукойлу». Представителям компании идея понравилась. Ну, это хорошая идея, на самом деле, стоит ее обдумать и посмотреть. Интересно, что давайте мы обсудим эту тему более предметно, скажем так. Среди городов и районов, которым «Лукойл Коми» оказывает финансовую поддержку, Печора занимает одно из ведущих мест. Договоры, которые уже не первый год заключаются с компанией, это только верхушка айсберга. Как отметил Василий Торлопов, помощь от общества поступает практически ежедневно.